Chicho, ¿te tú? Chicho. Hola. Chicho Дуарте докладывает. Антон Кастильо, жалкий мешок с деревом. Приветствую на радио Либертад. Маркес отрубила нам интернет, но Либертад вновь обретает голос благодаря радио. Правда, иранская связь портит мне всю малину и куча лет пашет с 1993-го. Красные вышки, которые тут есть, в принципе, передают сигнал, но большинство сломано или отправляет сигнал не туда. Я отметил нерабочие, вот, починишь их и покрутишь антенны, por favor, ради нашей мечты. Мы расскажем иранцам правду! Я говорил, что люблю тебя, Дани. Дани, если это такая прелюдия, я пас. Держи, Дани! Спокойно! Так, Бичо, и что ты отметил? Крепинга, эти солдаты здесь не кстати. Так, осторожно, Дани. Вижу инженера.
Ё-моё, тут несколько трупов! Найти виновного! Найти врага! Живо! Сколько их? Будьте начеку! Антенна включена. Остались две. Привет! Вон и воротили. Ха. Ладно, Бичо, что ты отметил? Бичо, я у жилого дома. О, тамошние жильцы рессолят по полной. Они тырят электричество. Но одна панель управления накрылась. Из-за этого моя антенна обесточена. Por favor, заберись на крышу и разберись. Я отметил путь к комнате управления синим граффити. Вход заперт. Ну разве тебя это остановит? Конечно нет, Бичо. Отпад! Скоро радио Либертад принесет Яре свет правды. Проверю провода наверху. Thank you.
Грасиас. С Либертат лучше не связываться. Ну, а это проблема. Вижу разрыв. Эсперанца, готовься встречать Радио Либертат. Еще одна вышка, и Радио Либертат увидит свет. Рядом с кафе Таса. Порке, что-то у тебя с голосом. Мой друг знает одного парня, который продает телефонные карты. Он сказал, что Марке.
Маркеса отрезала одному чуваку яйца за то, что тот замутил мурал без разрешения Министерства культуры. Ты чего, очкуешь? Нет, нахер Маркесу. Но если вдруг попадусь, защити мои кахоны здания. Ладно? Ага. Граффити Бичу. Контрольная панель наверху вышки. Вот так. Усилим сигнал. Бичо, запускай радио Либертад. Я попробовал выйти в эфир. Маркеса, глуши сигнал. Пускай поверх меня бубнёшь сраного Антона. Вот же сраный 2G. Разберись с глушилками на станции Тайный Пик. Разжирать большие антенны. Все люди на башне не молились, чтобы значок напряжения поджигал там. Бичо! Алло! Инга! Тише! Прости, мне нужна твоя лошадь! Кать, не знаю, кто из вас хуже, ты или Ваяни. Ты умничка. Опять этот голос. В жопу глушилки, офицер. Тут нужно...
Осторожность. Эй, малыш. Инженер. Опасно. Грохнуть глушилку на антенне.
Опять этот голос. В жопу глушилки. Там пес. Конья. Не спрячешься. Здесь надо аккуратно. Инженер. Бреда.
Придется лезть на вышку. Теперь надо включить усилитель. Ничего, кроме правды и годного музона. О, к слову о музоне. Для разогрева послушайте хит «Максимас Матанцас». Дани, ты меня слышала? Да. Я норм звучал, да? Да. Настоящая классика, бичо. Дали понравится. А Паула охренеет. Клара уже в курсе? Нет, ты позвонил первым. Наслаждайся моментом, бичо. Теперь я все могу! Нахер Марию! Радио Либертад заставит Кастильо заткнуться! Наша музыка — идея Либертад! Во имя свободы слова! Вива Либертад! О, да, бичо! Вива Либертад! Como un gatillo, pero los clavos no se clavan si no usan el martillo de Venus defender la
Лосенто, я заберу тачку. Ола, куда катится этот мир? На помощь! Дело плохо. Надо поддержать этих повстанцев огнем. Так, аккуратно, да.
по-твоему, телепортироваться умею? Кони, какие мы чувствительные. Только когда меня кто-то буду там звякнуть. Далее, я в зоопарке. Отлично. Я дома у тебя дома. Прилетел по три. Ясно. Иду. Чем об истории. История повторяется. Моя история. Яру построили рабы, а теперь рабы трудятся над Вивиру. Эль Пресидента, чертов афроиранец, и даже не улавливает иронию. Они взяли невинных людей, которые пришли на наш концерт. Тот, что мы провели в Эсперанте. Во время шоу начался бунт. Министр дерьма в уши Мария Маркеса сунула нас в черный список. А меня закрыли в ее академии. Хотели промыть мозги. Меня спас Пауло. Посоветовал забыть о том, что я там видела. Но я не могу. Там столько людей сидит. Живут в клетках. Спят в собственном дерьме, как я когда-то. Мне их не вытащить. А вот тебе это под силу. Что скажешь? Я буду наблюдать отсюда. Нужно торопиться, а то будут трупы. Надо выключить сигналку. Снайпер. Ола, пес. Стоит отключить камеру. Освободить меня. Только не трогай меня. Thank you.
Помоги мне сбежать. Я говорю не о алчности и не о подлости. Вас никто не услышит. И даже не о Либертаде. Прошу, помоги. Яру и всех нас убивает наша терпимость. Мы терпим тех, кто отличается. Терпим их заблуждение, их гнусное извращение и отказ признавать власть закон. Терпимость — лишь оправдание слабости. Помоги, прошу. Я говорю, довольно терпеть. Возьмемся за клинок слабости. Бегите же. Убить его и своего тела. Лишь тогда я не смогу. Дежурный офицер. Ключи. Сначала нужно освободить пленников. Thank you.
бегите! Шустрее! Ну, бегите же! Я постоянно молился, чтобы вы пришли, или их отправят в лагеря. Бегите! Знала, что меня шустрее! Спасибо! Ну, нас хотели отправить в лагеря для изгоев. Я думала, что здесь и умру. Ох, Инес. Даже звери живут лучше. Здесь пытают и убивают людей. Трупы, кровь. Тут прямо конвейер смерти. С этим нужно покончить. Спасая людей, я буду на стрёме. Я сказываю сдавать на власть закон. Терпимость — лишь оправдание слабости. И я говорю, довольно терпеть. Возьмите за клинок слабости обеими руками и вырвем его. Орфа, бегите же! Талия, людей я спасла. Круть, но этого мало. Яранцы должны увидеть злодеяние Кастильо. Увидеть, почему нельзя больше молчать. Здесь повсюду камеры. Записи с них могли бы многим открыть глаза. Блин, да, не точно. Пустим видео в эфир. Бича сделает так, чтобы записи увидела как можно больше народу. Поищу комнату управления. Записи должны быть здесь. Так, вот и записи. Дани, у врага подкрепление. Я еще качаю записи. Они нам